Секретарь Одинцовского отделения «Единой России» глава городского округа Андрей Иванов проинспектировал ход строительства детского садика на 330 мест в Кубинке. Строители уже залили фундамент для нового здания, проектная площадь которого превышает 5000 квадратных метров. В нем будут музыкальные и спортивные залы, просторные игровые и спальные комнаты. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрена безбарьерная среда. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре.